На Казанском вокзале в Москве открылся пассажирский форум. В нем принимают участие руководители подразделений РЖД. Они пообщаются напрямую со своими главными клиентами и выслушают их предложения. Первым мероприятием форума стал вкусный завтрак для путешественников. Пассажирам предложили продегустировать блюда из бортового меню вагонов-ресторанов. Крем-суп из шампиньонов с жареными гренками в пряных травах, чили кон-карне из говядины с красной фасолью и панна-котта на десерт. Всего более 60 наименований блюд. Их представили 5 компаний. Попробовать блюдо мог любой желающий прямо в импровизированных вагонах. В скором времени ФПК обещает порадовать своих клиентов новым сервисом питания. Пассажиры получат возможность при покупке билета выбрать кратность питания. Но по образу подобию гостиницы они могут себе заказать питание полупансион, полный пансион или только завтрак. То есть пассажир, заранее покупая билет, сможет уже знать, нужно ему брать продукты в дорогу или не надо.